Подарки сказочного мира продолжаются. Совершенно неожиданно и очень сюрпризно было получить любящий привет из творческого комплекса «Весна в душе во все времена года» в виде музыкальной игры «Листопад», видеоприложение к песне «Осень ясноокая». Игра продолжает знакомить нас, что же такое «Весна в душе во все времена года». Это происходит и благодаря самой песне, ясной, светлой, танцующей, по-настоящему весенней. И благодаря возможностям роста, развития, приобретения новых умений, которые создает игра. Встретившись с видеоприложением, услышав любимую песню, увидев такой прекрасный листопад нот деятельного желто-оранжевого спектра, каждый раз при встрече с ним рождается чувство радости и вдохновения. И вот я замечаю, что знакомые, любимые слова прямо на моих глазах начинают сливаться со звучанием нот. Так интересно услышать, как звучат лика, солнце, нежные радуги, родное. По мере моего внимания, концентрации внимания, этих слов становится все больше, и уже целые фразы, песни начинают слышаться именно в звуках нот, в звучании нот. Это дарит совершенно новое восприятие песни. А номера пальчиков на нотках, конечно, вдохновляют сразу же прикоснуться к инструменту. Услышав друзей на канале, вспомнив все, что знаю я использовала все способы начинающего исполнителя, которые мне доступны, и поиграла. И обеими руками, начиная с мизинчиков, затем четвертый, где успевала третьим пальчиком. Последовательно проиграла правой рукой, левой рукой, по нескольку раз, чередуя их. И каждый раз при попадании пальчиком в нотки, в созвучии с песней, происходило вот это созвучание, соединение с внутренним миром песни. Я понимаю, что я только в самом-самом начале познания и открытия всех возможностей, которые дарит музыкальная игра. Но это уже очень радует и вдохновляет на продолжение играть. Еще хочется поделиться открытием, которое подарило мне завершение фильма. Открытка созидающего труда с такой знакомой семьи. Весенне-осенний золотистый фон, звучат завершающие слова песни. И для моего сердца это как благословение сказочного мира, как дружеское напутствие, поддержка в том, что если вкладывать труд, то все-все обязательно получится.